храм, і чудо Твого горче, і ізрядний угодніче Христов. Миру всему источає многоценное милости мира, и неисчерпаемое чудес море. Восхваляю тя любовью святителю Николае, ты же, яко имея дерзновение по Господу, от всяких мя бесслободи да заботи, радуйся, Николае, великий чудо твой. Дорогие братья и сестры, сегодняшний день, 19 декабря, Святая Православная Церковь празднует День памяти Святаго Святителя и Чудотворца Николая. Это великий угодник Божий, и весь мир, не только православный, но и люди других конфессий, люди, которые вообще не ходят в храм, но с огромным почтением в сегодняшний день многие обращаются к святителю и чудотворцу Николаю со словами молитв, со словами благодарности, с просьбами об исцелении от тех или иных душевных и телесных недугов. В сегодняшний день обращаются многие благодаря Господа за тот дар, что Он дал такого великого молитвенника и угодника Божьего, который на протяжении уже многих столетий является ходатаем за каждого молящегося человека Ему. И в сегодняшний день тысячи людей приходят в храмы Божьи для того, чтобы поблагодарить Господа за Его молитву, за Его милость, за Его любовь к каждому из нас, ибо святитель и чудотворец Николай прославился своей добротой, своей любовью, своим смирением, кротостью, послушанием. Самое главное, он достойно, кротко и смиренно нес свой жизненный крест. Свой крестный путь он действительно пронес, угождая Господу, помогая людям, смиряясь, невзирая ни на то, что он был действительно человеком высокого положения духовного, но при этом он всегда заботился о людях и помнил заповеди Божьи. В сегодняшний день хотелось бы пожелать, чтобы по молитвам святителя и чудотворца Николая в каждый дом Господь даровал свою благодать и свою милость, чтобы в каждой семье был мир, тишина, покой, вера, надежда и любовь, кротость, смирение, воздержание, самое главное, раскаянность в своих грехах. Это очень важно для каждого человека, ибо каждый из нас стремится к Господу, каждый из нас стремится к очищению души. И по молитвам Святаго Святителя и Чудотворца Николая, пусть Господь нам дарует все это, чтобы Господь даровал здоровье и благополучие, а самое главное – мир в сегодняшний день нам, нашим детям, детям, которые действительно являются будущим, дети, которые будут нести веру Христову, будут нести добро, понимание, любовь, смирение. Именно чтобы наш весь народ, все мы в мире и согласии оставались на многие-многие благое лето. Молитвами Святаго Святителя и Чудотворца Николая пусть да благословит и помилует нас всех Господь Бог. Возгромный чудо Твого горче, и изрядный угодниче Христов, миру всему источає многоценное милости мира, и неисчерпаемое чудо.
Боже, восхваляю Тя любов'ю святителю Николає. Ти же, яко имея дерзновение по Господу, от всяких мя без слова деда заботи, радуйся, Николай.